Operation Anchorage — первые из трех заявленных мини-продолжений Fallout 3, как, к примеру, выпущенные в свое время Shivering Isles для Oblivion. После установки игрок загружает одну из сохраненных игр, и через некоторое время, если он уже покинул убежище 101, Pip-Boy 3000 поймает новый радиосигнал. Трансляция поступает с территории чуть западнее цитадели Братства Стали, где изгнанные члены Братства обнаружили скрытое подземное хранилище. Говорят, что на складе много всего интересного, но вот незадача. Электронная дверь наглухо запечатана, а указанный способ открыть ее — пройти специальную проверку на военном симуляторе. И единственный человек в округе, у которого есть подходящее оборудование, а именно незаменимый Pip-Boy 3000, — это вы. Делать нечего. Мы надеваем специальный костюм и с помощью капсулы виртуальной реальности погружаемся в программу симуляции. Его приевшийся пустынный пейзаж сменяется на заснеженные зимние горы. Неожиданный эффектный поворот. Нам предстоит поучаствовать в знаменитой операции Anchorage, в ходе которой китайские войска, напавшие на Аляску, запакуют свои вещи и отправятся обратно в Китай. Главный герой, разумеется, представитель американской стороны. Примерно четверть игры мы проведем в одиночку, далее с одним напарником, а под конец сразу с несколькими солдатами или даже роботом на выбор. Вначале, кстати говоря, можно плавно перемещаться по территории, пользуясь при этом стелс-боем и делая вид, что вы этакий Сэм Фишер. В мире симулятора привычный игровой процесс на несколько часов кардинально меняется, и Fallout 3 превращается в классический боевик. Ролевые элементы уходят на второй план, оставляя только то, что нужно для бега и стрельбы по двигающимся мишеням. Противников будет много, и они здесь эффектно растворяются в воздухе после смерти. Все-таки мы в виртуальной реальности. Самые важные точки — это места, где можно пополнить патроны и подлечиться. Никаких стимпаков или пулеметных лент в кармане, только стационарные неисчерпаемые аптечки и их аналог с патронами, которые встречаются каждые N метров пути. В виртуальном полевом лагере, помимо колоритного журналиста, резко выделяющегося на общем фоне, можно наблюдать одну забавную сцену. Попробуйте заглянуть в местный госпиталь. Раненые лежат на своих кроватях практически в нижнем белье, и это при том, что на улице от мороза зуб на зуб не попадает, а их палатка не выглядит хоть как-то отапливаемой. Интересно, это какой-то коварный замысел разработчиков или просто просчет? Через несколько часов, в самом конце операции, вам предстоит сразиться в честном бою с китайским генералом, или же, как альтернатива, вербально склонить его к самоубийству. Двери хранилища в мире столичной пустоши откроются, и вы сможете забрать заслуженные подарки, среди которых море оружия. Огнемет, замечательная винтовка Гаусса, электрический меч того самого генерала и даже классическая Fallout-броня, повышающая обладателю репутацию. Приятное дополнение. Весь полученный в ходе операции опыт останется с вами и в реальном мире. В ближайшее время Bethesda планирует выпустить еще два аналогичных довеска к Fallout 3 — The Pit и Broken Steel, каждый из которых добавит немного приятных часов, проведенных в мире игры. Одно только жаль. Дополнение, отправляющего игрока в легендарное убежище 69, пока даже не планируется. Ждем с нетерпением.